Большой спрос на алюминиевые радиаторы, выпускаемые в Жамбульской области. Отечественная продукция обладает высоким качеством, которое достигается за счет применения современных технологий. В этом году на заводе, где производится сразу два вида радиаторов, планируют выпустить 70 тысяч единиц товара. Несмотря на молодой возраст, Мухамеджан Нурмагомбетов хорошо разбирается в современных зарубежных установках. Он в этом деле уже считается опытным специалистом. Его основная задача заключается в обеспечении качественного контроля за выпускаемой продукцией. Здесь мы выливаем из алюминия батареи, сжимаем их под прессом, затем проверяем. После дорабатываем продукцию наждачкой. За качеством следим строго. Мы гарантируем эксплуатацию на протяжении десятков лет. Завод полностью оснащен итальянской технологией. За счет этого ежегодно и растут производственные показатели. Если вначале здесь выпускали 30 тысяч батарей, то сейчас мощность предприятия увеличилась почти в два раза. Алюминиевые радиаторы являются очень популярными как в многоэтажных домах, так и в коттеджах. Поэтому спрос на продукцию предприятия неуклонно растет. Тем более, что стоимость отечественной продукции в разы ниже импортной. Наша технология позволяет выпускать 250 тысяч штук готовой продукции. Сейчас мы постепенно приближаемся к этим мощностям. Уже производим в месяц 5-6 тысяч штук. При этом спрос растет ежедневно. Мы доставляем наши радиаторы отопления во все регионы страны. Завод работает круглосуточно. В две смены здесь трудится 25 человек. С выходом на полную мощность здесь планируется создать еще 10 новых рабочих мест. Азиза Мухлубаева, Ербол Абишев, Руслан Бахытбекулы, Тимур Сейлхан, Бахыджан Бапаев, Тарас, Хабар 24.